Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами Яна. Сегодня хочу показать вам свою малышню. Подросточки 1,7 в основном, маленькие. И показать свою Ванду, у которой не было точки роста, которую я получила год назад, больше, чем год назад. Тоже подростка. Покажу, как она себя сейчас чувствует. Видео я снимала за нее. И был еще ринхостилис, фласочник. Сейчас я найду ее где-то здесь. Вон она в бокальчике стоит. Вот это Ванда. Вот такую корневую мы нарастили. Она была вся побита на пятна, и у нее не было точки роста. Посмотрите. Точка роста была мокрая. Вот в этом месте. Вот здесь у нас была мокрая, залитая сердцевина растения. Но, слава богу, не знаю, каким таким образом, пошли расти листья. Сами видите прекрасно, что она себя начинает чувствовать очень даже хорошо. Я сброшу ссылочку, постараюсь выложить на видео, как я ее получала. Что я с ней делала? Ничего особенного. Я ее просушивала, я ее обрабатывала метронидазолом и хорусом. Вот. И после каждой обработки я всегда ее подвешивала вниз, чтобы все стекало. Вот. Так что будет у нас все-таки точка роста. Растут листья. Возможно, когда-нибудь она еще и зацветет. Будем надеяться. Корни темные, потому что в стаканчике стоит, вода у нас жесткая. Хоть я ее и отстаиваю, все равно это все живые корни, твердые. То есть не подумайте. Здесь у нас с листа идет еще корень. Ну а этот сухой лист я не убирала. Я убрала точку роста, ту мокрую всю. Подрезала и просушила. Вот такая интересная история про Ванду. Растет. Очень хорошо. Я думала, это гиблое дело. Будхас подросточек. Тоже 1,7. Перед Новым годом приехал. Восстановил тургор. С мха не пересаживаю своих подросточков, потому что мох хороший, качественный и мох обработанный всякими различными препаратами для роста, уже там транспортировочный. Вот, поэтому решила, пока растет, адаптацию прошел, сам мха пересаживать не буду. Когда уже появится много корней или листва вырастет, тогда уже буду пересаживать в более большую емкость. Бабочка маленькая, красивенькая. Тоже подросточек 1,7, малышка совсем. Пошел в рост новый лист. Корень проснулся. Сразу видно, подростки весну почувствовали. Стоят около солнца, около окна. Им очень нравится. Это бабочка калейдоскоп. Тоже был слабенький тургор. И маленький лист. Вот лист растет. Хорошо себя чувствует. Корни пока не активизировались. Тоже в своем транспортировочном мху. Вот эта красавица была со слабым тургором. Лист новый нарастила. Был центральный лист отломан. Вот у нас с центра выбрался еще один лист. Проснулся. Корни пока никак. Но хоть лист вырос. Уже хорошо. Вот два лжеподростка. У нас научились обманывать. Выставляли как бабочка Легата и бабочка Майя. Ну, конечно же, хочется красоты. Подписали еще красиво. Вот. Будем растить подростков. Посмотрим, кто это будет, кто это вырастет. Проснулся корень. Растет лист. Это должна была быть бабочка Майя.
А это должна была быть бабочка легата. Почему не легата? Листья у легата абсолютно другого окраса. Ну, достаточно такой крепкий подросток, в размере где-то 2,5. Вырастим, посмотрим, что это за орхидея. Вот так. Вот это в коре детка должна была быть легатопилориком. Поскольку она приобреталась у того же продавца, который, как оказалось, в итоге продает ложные орхидеи, то, естественно, я уже склонна не верить тому, что это будет пилорик легата. Вот, детка на цветоносе, корни длинные. Выбрала такую бутылочку, обрезала. Растет в коре. Это анцидиум Sweet Sugar. Тоже растем потихонечку. Мои любимые морковки. Слева черная морковочка. Приехала две бульбы. Одна вот такая малюсенькая и вторая побольше. Зимой спать не захотела, сразу же выдала новый рост. Сразу же. А вот это рядышком ярко-оранжевая морковка. Тоже совсем недавно приехала. И уже успела вырастить рост. Gold Orange. Тоже не пересаживала в транспортировочном мху. Смотрите. Будут расти. Вот моя Ирен Добкин. Подросток где-то 2,5 приблизительно. В принципе, крупный хороший подросток, но меня очень сильно волнует ее точка роста. У нее какие-то проблемы с листом. Видите, растет новый лист и идут дырки. Такое ощущение, что ее кто-то грызет изнутри. Есть непонятные отеки на листьях. Как-то странно. Возможно, кто-то ее и подъел. Приехала тоже не так давно. Возможно, в этом году дождусь ее цветения первого. Но корни еще не проснулись. Только-только растет один вот этот новый лист. Раненый. И принц. Вот он как приехал ко мне с цветоносом. Я его посадила в закрытую систему. Вот так этот цветонос на одном месте и остался. Никак. То есть он чуть-чуть подрос только, и все. Я все жду, когда же он хотя бы один бутон раскроется, процветет ли он по сорту. Очень интересно. Шея наша в порядке. Я очень переживала, что будет гнить. Нет, пока дальше не гниет. Вот у этой бабочки небольшие проблемы с шеей. Но у нее рвется лист. Сейчас покажу. Зачищать здесь пока ничего не надо. Оно просто сухое, не мокрое, не гниет, ничего. Но там такое ощущение, что лезет детка под цветоносом. Тоже наблюдаю. Очень не хочется ее потерять, она красивая. Замачиваю я своих подростков по мере просыхания мха. И всегда на солнышке, всегда проветривается. Надеюсь на скорейший их рост и в будущем цветение, чтобы они нас с вами порадовали.
Еще она заказывала много бабочек маленьких по 1,7. Разных-разных вариантов. Обещают март, апрель, май. Большое пополнение коллекции малышней. И расскажите, поделитесь, как вы ухаживаете за своими подростками, когда они подрастают с размера 1,7. Как лучше их пересадить? Или лучше их вообще не пересаживать из мха? И проще добавить мха и посадить в больший стаканчик, больше по размеру. Или в кору лучше посадить. Какой субстрат выбрать? Очень интересно, потому что обычные стандартные на орхидеи гораздо легче приспосабливаются к коре, к грунту, нежели подростки. Подростки более любят мох все-таки. Ну, у меня, допустим, в моих домашних условиях. А как у кого? Очень интересно, пишите комментарии. И как вы поливаете свои орхидеи? У меня высокая влажность в квартире. Возможно, им достаточно влаги, раз растут корни, растут листья. И хочу еще показать вам свою маленькую-маленькую красавицу, Карина. Вот такая вот прелесть. Сначала было очень-очень много броней на нее. Что-то все хотели, хотели, хотели. А потом по какой-то причине передумали, и целую неделю орхидея была без брони. Но я не удержалась. Два шикарных цветоноса. Цветоносы очень тяжелые, боюсь, чтобы не сломались. Надо подпорки больше делать. Очень красивая. Буду ждать пышного цветения легата, чтобы две красавицы цвели вместе. Будет красивый тандем. Ну, вроде бы все. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. С вами была Яна. Пока-пока.